Всем привет, с вами Алекс и сайт trempc.by. В этом видео хотелось бы рассказать о том, что появилась таки просто таки крутейшая сумасшедшая акция в супер, пока, наверное, самый ожидаемый симулятор, космический симулятор Star Citizen. Можно поиграть целую неделю совершенно бесплатно, ознакомиться с этим просто, ну, огромнейшим колоссом, космическим симулятором, который вот все делают. Давайте я немножко расскажу тем, кто не знаком, что такое Star Citizen. Немножко поясню, что вообще это за космический симулятор и чем он уникален. Так, давайте немножко. Значит, потом покажу, как можно поиграть, как скачать, как зарегистрироваться. Все просто, целую неделю совершенно бесплатно. Но давайте по-быстрому, что это вообще за сумасшедший такой проект, космический симулятор Star Citizen, который еще разрабатывается. Итак, все просто. Давайте, не буду ничего выдумывать, зайду на страничку Википедии. Здесь достаточно-таки правдивая, нормальная инфа. Так, значит, игра вообще изначально создается на площадке, то есть все средства на разработку берутся на площадке Kickstarter. Ну, по крайней мере, основные. Причем, что очень круто, это просто рекордсмен по сбору денег. Смотрите, сейчас на 2016 год сколько игра уже собрала денег. Это просто какое-то сумасшествие. Так, сейчас, секунду. Вот, на 6 сентября 2016 года сумма сборов достигла отметки в 123 миллиона долларов. То есть, смотрите, все начиналось как? К окончанию кампании по сбору средств было собрано 2 миллиона. Это поначалу они планировали, в каком-то в 2012 году началась разработка. Так, таким образом был побит предыдущий игровой краудфандинговый рекорд. Тогда, на 2012 год, побили рекорд, собрали 4 миллиона долларов на этот космический симулятор. Причем разрабатывает его не кто-то. Ну ладно, давайте. А смотрите, сейчас уже на 6 сентября, то есть поначалу как? Деньги начали собирать на Star Citizen, они идут. То есть разработчики, причем все очень круто объясняли, показывали, наработки сразу же. То есть было очень внимательное отношение к игрокам, ко всему прислушивались. Ну, причем Kickstarter, вы же сами понимаете, если зайду сейчас вот на Kickstarter или на страничку проекта, то здесь, ну, как всегда, за какую-то определенную сумму, чем больше, тем выше какие-то привилегии для будущего игрока в эту игру будут. То есть, к сожалению, страница только на английском, насколько я знаю. И тут можем видеть, то есть, сколько вообще различных денег, ну, то есть увеличилась сумма и увеличилась размеры, масштабы игры. То есть разработчики, наверное, сами не планируют, что будет такое сумасшествие, то есть столько денег удастся собрать. То есть очень круто. Вот здесь вы можете справа видеть, ну, о том, что это такой космический симулятор. И так чуть-чуть в видео, пока я говорю, вы немножко будете ознакомиться с ней. Ну и плюс я сейчас запущу игру. То есть, чтобы вам немножко масштабы хоть этого просто такие уникальнейшего проекта Star Citizen, я, конечно, перестал за ним наблюдать. Так, время от времени, но где-то проскакивают, но просто такие сумасшествия. То есть он, насколько я знаю, перенесли сейчас на 2017 год. Ну, как бы уже туда-сюда игроки уже могут опробовать. Причем даже не пытайтесь сравнивать его с какими-то, ну, там, с No Man's Sky или еще с какими-то Star Citizen. Там просто космическая проработка. Ну, космическая. Такая вот, такой интересный оборот. То есть там просто сумасшедшая чумовая проработка. Там не какое-то No Man's Sky, там игрушечная, процедурная создание там вселенной, то есть Star Citizen. Я, конечно, подробности сейчас точно вам не могу сказать, но там такое внимание, там можно высаживаться на станции, там все, проработка кораблей внутри, звездолеты, там, ну, просто вот вы можете видеть на картинке, и это, ну, это видео, но графика, то есть внутри просто сумасшествие, я вам серьезно говорю. И прикиньте, уже 123 миллиона долларов. Это, ну, сравнимо по стоимость, по сумме, как GTA 5 бюджет. Ну, я не помню, GTA 5, наверное, было около 200, что ли, наверное, бюджет был. Ну, то есть просто чумовой бюджет у игры, и все это собрано на Kickstarter, и деньги продолжают идти. Так, ладно, это немножко я. А, и плюс отмечу, что игру разрабатывает не кто-то, знаете, возник неизвестно какой-то, не какой-то там Шон Мюррей, а игру разрабатывает предыдущие работы Робертса. Крис Робертс, включали такие игры, как Wing Commander. Это вообще 20-летний, там, давности, наверное, супер, тоже космический симулятор, просто суперский. Wing Commander, там еще были вроде бы так, на то время, вы можете поискать, посмотреть ролики на YouTube. Там были очень крутые вставки с реальными актерами, насколько я помню. Фрилансер тоже, это просто такие сумасшедшие, то есть ветераны строения
космических симуляторов, игростроение космических симуляторов, вот сейчас создают просто-таки мечту всех игроков, которым нравятся космические симуляторы. Это Star Citizen, это просто уникальнейший проект. Ну, я, конечно, немножко затянул с входом, таком, с вступлением, но это просто для тех, кто вообще не в курсе, что такое Star Citizen. Окей, давайте, что сейчас? Появилась новостейка. Сегодня разработчики игры Star Citizen Cloud Imperium Games анонсировали акцию Fall 2016 Free Fly, в рамках которой любой желающий может зайти и посмотреть на прогресс разработки игры до 30 октября. Вот сегодня 23-го, целая неделя есть. Чтобы воспользоваться предложением, вам достаточно иметь аккаунт и ввести промокод FALL2016. Да, сейчас все это сделаем, который позволит вам скачать и начать играть. Все это можно сделать на специальной странице. Окей, перехожу на страницу. Не забывайте, что ссылки будут в описании. Все, что я скажу, я, в общем-то, сделаю по скриншотам. Статья будет в описании. Если кому-то что-то будет непонятно, обращайтесь к статье. Я думаю, там максимально подробно объясню. Я уже все сделал. Вот я уже лаунчер запустил. То есть сегодня вот я скачал, получается, за 6,5 часов. Здесь 24 гигабайта качается. И я, получается, за 6,5 часов, да, скачал. То есть нормально, у меня максимальная скорость 1,1 мегабит была. Очень быстро достаточно-таки скачалось. Все, сейчас уже запущу и покажу. Но только сейчас давайте немножко пробежимся по тому, как игру вообще получить. Так, все, ссылка на в описании будет. Fall 2016 Free Fly, окей. Все, вот он этот код, в общем-то, сам введен. Самое важное здесь нужно — это зарегистрироваться, создать учетку. Все очень просто, все крайне просто. Так, я вроде бы здесь авторизован или нет? Окей. Все, здесь все, птички стоят. А, все, я авторизован. Так, давайте, наверное, секунду. Сейчас что ли выйду? Так, Fall Download. Секунду, дайте-ка я. Итак, смотрите, я зашел через другой браузер. Все достаточно-таки просто. Переходите на эту страничку. Так, здесь что? Жмем сюда. К сожалению, здесь вроде бы только на английском можно. Русского нету, насколько я знаю, этой страницы. На этой странице игра вроде бы пока только не только, ну, там английский, сам 4 языка поддерживает, русского вроде бы пока нету. Я пока тонкостей не знаю, если может даже есть русский. То есть, ну, я пока не вижу. Соответственно, так, здесь все, переходите на страничку. Все, нажимаете сюда. Sign into туда-сюда. В общем, здесь вот еще нет учетки. Берем Enlist Now. То есть это создать, войти, так сказать, создать учетку. Так, все, здесь ставим логин ID. Это здесь какой-то свой логин ставите, там неважно какой. Какой-то логин. Ну, здесь не должно быть цифр, только буквы. Только буквы, насколько я знаю. Какой-то пароль ставите. Там, так, какой-то у меня сейчас будет пароль. Так, секунду, пароль введу. Ну, вроде, ну, сложности здесь нету, то есть, но все равно я все-таки пробегусь, чтобы все-таки у каких-то зрителей, если возникнут какие-то сложности, все наглядно. Все просто, все на английском ввели, здесь тоже. Так, какую-то почту, конечно же, обязательно. Давайте я введу сейчас, секунду. Так, ну, думаю, воспользуюсь временной почтой, сервисом временной почты. Мне, в общем-то, сейчас не нужна. Я уже зарегистрировался. Так, временную почту и подтвердить временную почту. Подтвердил. Окей. Вводим желательно, ну, более-менее возраст, чтобы вам там был какой-то хотя бы лет 20. А то введете сейчас там. Ну, пускай какой-нибудь такой, более-менее хотя бы 19-20 лет. Окей. Так, здесь еще тоже вводим какой-то типа уникальный на веб-сайте, то есть тоже какой-то логин на веб-сайте, то есть можете все то же самое, только там какую-то букву просто добавьте. Ой, сейчас, секунду, русский язык, что-то такое, допустим. И еще в сообществе тоже какой-то логин, но вроде бы вот этот, наверное, будет в основном использоваться. А тоже я пока так временно сделаю. Так, код, промокод. Так, вроде бы, а, реферальные. Это здесь ничего не нужно, окей. Здесь просто проматываем и нужно ввести капчу. Капча, конечно, сумасшедшая такая. Сейчас, секунду, я попробую определить. Я просто далековато от монитора. Дайте-ка я обновлю. Так, 4192, что ли? Я просто далековато от монитора сижу. Сейчас, секунду. 4192, правильно или нет? Так, и здесь птичку само собой ставим. Так, неправильно вел. Хорошо, 7,3 единицы, да, держишь? 7, 1, 2, 3. Птичка введена. Все, все правильно, да. Окей, видите? То есть сложно ничего нет для того, чтобы создать учетку. Единственное, нужно подтвердить сейчас на почту. Придет, я сейчас должен здесь подтвердить учеточку свою.
Так, 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 где тут мои новые письмеца? Так, сейчас, секунду. Так, ну вот оно. А, кстати, вот вы можете видеть кабину корабля. Посмотрите на видео. Просто сумасшедшая проработка на самом деле. Ну, то есть разработчики изначально такого не планировали. Но с увеличением бюджета пожертвований на Кикстартере просто-таки чумовая работа над игрой началась. Это просто самый уникальный сейчас проект в таком роде. То есть на кикстартерских деньгах просто супер. Так, да, вот пришла моя ссылка. Я подтверждаю сейчас. Так, все, я подтвердил аккаунт, такой-то активен. Все, заходите, в общем-то, тоже, ну, то есть аккаунт активен, можете зайти. Хотя, в общем-то, вот сюда можно нажать. И все, вы уже окажетесь здесь. Беларусь. Кстати, не подходит. Я из Беларуси, получается, и у меня получается некорректная страна. Но я взял Россию, в общем, тут выбрал. Выбрал Россию, и Россия подошла. Но Беларусь некорректно, пока не поддерживается. Окей, Russian Federation выбрал. Все, деньги, фиденьги. Так, ну, теперь проматываем здесь вниз, и будет... Стоп, секунду. Так, что сейчас? Секундочку. Так, ну здесь получается, когда уже авторизовались, просто жмите здесь Star Citizen. И вот вы зайдете, и здесь будет download. Так, first person, все дела. Вроде бы здесь где-то внизу сейчас будет. Так, выбрать другую тему. Секунду. А, стоп, наверное, вот сюда. В самый верх нажимаем. Fall 2000 Free Flight. Да-да-да, все, вот, точно. Самый верх, вот эта акция. Самый верх нажимаете вкладочку, все. Получается, это ввели. Я уже авторизован на сайте. Fall 2016, промокод этот, чтобы войти. Ну, код вообще. И все, нажимаете, вот, продолжите скачать. Здесь скачается сейчас такой файлик. Нам получается 100 мегабайт. Ну, то есть загрузчик, как всегда в онлайн-играх. Скачается этот файлик. Так, сейчас, секундочку. Так, get the Star Citizen installer now. Так, installer. А, вот, все. Get info on the last download. Так, показать информацию о последних изменениях. Так, секунду. Сейчас, блин, просто когда такое свернутое окно, я немножко теряюсь сейчас. А, вот, download installer, все. Сейчас вот он 100 мегабайтный инсталлер. В общем, он у меня уже здесь скачан. Я не буду его опять. Все, качаете инсталлер, запускаете инсталлер, и он начинает, ну, указываете там сразу же изначально, указываете диск D Games. И все, и у вас запустится такое окошко, и здесь будет прогресс скачивания. 23 гигабайта, скорость и все дела. Ну и время, за которое скачается. Окей. Получается... Все, скачали, здесь будет Launch Game, как у меня. Все, давайте я сейчас зайду. И мы посмотрим, что собой сделаю такой первый запуск. На самом деле все очень просто, и у нас есть целая неделя, чтобы просто даже бесплатно попробовать поиграть этот сумасшедший проработанный космический симулятор. Это просто, ну я не знаю, не писать слова. На самом деле я всегда был, так сказать, внутри заинтересован, но время от времени терял информацию о нем. Давайте сейчас посмотрим. Вот так выглядит начальное меню. Русского языка давайте по-быстрому настройки, вроде бы нету. Так, синема, ну тут... Ну, я думаю, потом, возможно, появится. Я пока точно не знаю по игре. Пока на... Ну, давайте на среднем посмотрю вообще как. Не буду пока лупить высокие настройки. Гамма. Тоже ничего не буду. Аудио. Ну, давайте немножко, может, будет громковато для вас. Я немножко снижу. Не знаю, как оно вообще будет. Так, управление и клавиатура. То есть, смотрите, кнопки будут вообще все занято. То есть, ну, это космический симулятор. То есть, представьте, вы будете в корабле, и там будет... Причем вот желательно, чтобы в мышке мышка была с дополнительными кнопками, как я вижу. Ну ладно, окей. Давайте, в общем-то, попробую сейчас запустить. Так, вселенная, Electronic Access, go to hangar. В ангар. Ну давайте зайду в ангар, получается. Go to... Вы хотите? Да, я хочу. Ну давайте, что это? Я вообще не заходил, вообще не знаю. Давайте просто с вами вместе сейчас зайду. Ну просто если...
ну, вы не, пока еще не ощутили, после моих слов, вообще всю масштабность этого проекта Star Citizen, посмотрите какой-нибудь ролик, там самый популярный о игре, о этой, на Ютубе. Это просто чумовейший проект с таким бюджетом, 123 сейчас уже миллиона долларов, то есть там просто сумасшедшая проработка. И никакие No Man's Sky, то есть развлекухи аркадные здесь даже и в подметки не годятся. Давайте вообще посмотрим, что здесь такое. А, ангар какой-то, секунду. Смотрите, сейчас вот зашел в какой-то ангар. Вообще начальный. Вах, очень круто. То есть представляете, какая проработка. То есть, ну это как одиночная, знаете, какая-то игра. Ну, правда, пока мыло, немножко есть замыленность, такая нечеткость. Ну, в общем, ладно. Это пока еще терпимо. Сглаживание как-то. По настройкам, в общем-то, я так пока не прошелся. Но проработка здесь деталей в игре просто сумасшедшая. Я пока даже не знаю, честно говоря, что здесь делать. Так, здесь что-то можно нажать, наверное. Или что? Меня хоть тут не придавит. Ну, видимо, сюда садятся, когда прилетают из космоса корабли. Я вообще не знаю, куда тут идти. Давайте пробегусь вот сюда вот. То есть, ну, вообще, это такой первый запуск, видите, то есть, в плане того, что я должен показать, что игра технически все работает, все зашел, вопросов нету. Если кому-то интересно или лень разбираться, или нету места... А, системные требования, давайте я вам скажу. Windows 7, 64 бит, обычно все, проц там, ну, i3 или AMD, вот феномы или какие, даже не могу вам сейчас сказать. Проц, ну, давайте, сейчас по-быстрому зайду, в общем-то, чтобы... Сейчас, секунду... Да, в общем, пробежался по системным, да, везде все указано, они немножко такие, не, ну, достаточно поверхностные, но Win 7-64, любой четырехъядерный проц обязательно для игры, я посмотрел, убедился, 8 гиг оперативной памяти, видеокарта, ну, да, вот моя, кстати, минимум, даже вот в минимальных у меня 7870, даже получается моя на самом деле под минимальный не подходит, место 100 гиг, это уже для полноценной игры, там со всеми, видимо, со всем контентом 100 гиг. Но мне 24 заняла игра. Давайте сейчас, наверное, заценю. О, чтоб так вы уже точно знали. Вот он мой Cloud MPN. 25 гиг, да, то есть терпимо. Так, ну и видеокарта очень важна с поддержкой DirectX 11. Это факт. Может, там даже, может, и на слабее, чем моя. На какой-нибудь 560-ки можно будет запустить. Но только DirectX 11 обязательно в игре должен быть. Так, давайте посмотрим, еще побегу здесь по ангару. В общем, стандартные требования для современных игр AAA класса, таких там, ну, 64 бит, 8 гиг оперативы, 4-ядерный проц, даже феномы, получается, поддерживаются, то есть даже без SSE 4.1. И видеокарта 11-й, а, DirectX. О, кстати, какой-то лифтец. Давайте-ка, я смогу подняться, я даже вообще не знаю, как он тут работает. Да, кстати, я куда-то поднимаюсь, пока совершенно не знаю. Давайте немножко побегаю, чтобы просто найти хоть каких-то, может, живых людей. То есть это обычный какой-то ангар, очень крутая проработка, просто сумасшествие, честно говоря. Наверное, вот недельку посижу, поиграю, поделаю видео, если вам будет интересно, то тоже смотрите. Хочу немножко приобщиться к проекту. В общем-то, сейчас уже можно сдать деньги на него, так сказать, ну и получить... так сказать, себе возможность уже играть понемногу, опробовать. Так. То есть очень-очень крутая работа здесь с игроками, потому что все спонсируют именно игроки, поэтому здесь все каждому, почти чуть ли не каждому мнению прислушиваются и, то есть, вносят все так, как просят именно игроки. Так, давайте я подхожу к какой-то двери, совершенно не знаю куда, что, где, почем. Так, как это, что она не открывается никогда? Не знаю, что-то не открывается. Так, секунду, дайте-ка я побегаю. Итак, я все-таки удалось мне тут загрузиться в какой-то режим непонятный. То есть я вот сейчас лечу на каком-то корабле. То есть, ну, я, правда, не совсем понимаю, то ли это я, то ли... То ли это какие-то сейчас помехи, то есть, ну, сейчас вообще на самом деле... То ли настраивать здесь все нужно сейчас, ну-ка, приблизить. Отдаляюсь как-то. То ли это что за фигня такая творится вообще? То есть, пока не знаю, то ли это помехи, то ли баги, то ли что. То ли я вообще трупешник. То есть, ну, смотрите, какое-то тело непонятное.
получается трупешник, наверное. Ну, кораблем я вот вроде бы на кнопки жму, но тело какое-то вообще неживое. Там я не знаю. Я вообще не знаю, что даже за режим включил. То есть, почему мое тело, какой-то труп у меня лежит в этом в звездолете. По игре ничего не знаю. Это вам делают первый запуск. Сейчас вот я летаю. Смотрите, это такой вот могу немножко рассматривать внутри, что находится. Так, ладно, давайте, наверное, не буду особо там долго затягивать это видео. Это, в общем, такое вступительное. Все работает, скачал, можете заходить. Я попробую разобраться, все запущу потом. Так, это какая-то у меня была битва. Но у меня какой-то труп в звездолете. Я вообще не понял, что к чему. Окей, ладно, пока выйду, в общем-то. Так, где бэк? Бэк. Так, возвращаюсь. То есть такие вот дела, просто такие приватные, публичные матчи. То есть здесь нужно разбираться еще. Давайте в следующем видео я уже получше разберусь. И в следующем видео сделаю уже такой немножко более определенный запуск. Игровой, так сказать, чтобы поиграть. Сейчас просто вы должны были увидеть, что все в игре есть. Ну, то есть игра работает. Ну, то есть это такое понятие пробный доступ. Сейчас бесплатный для всех, чтобы еще, видимо, больше игроков привлечь. Но фактически получается... Ну, на неделю посмотрим, как они еще больше хотят привлечь игроков, чтобы еще больше игроков узнали о Star Citizen. Ну, давайте, в общем-то, посмотрим. Ну, если кому-то интересно, то смотрите видео, дальше попробую еще поиграть. Смотрите, все очень просто. Если хотите, пробуйте, можете установить себе Star Citizen и сами, собственно, ручно попробовать вообще игру, посмотреть, что вообще в ней есть. Так, ну, наверное, на этом пока все. С вами был Алекс и сайт 3MPC. Bye. Все необходимые ссылки будут в описании. Спасибо за просмотр.